Как физалис? Да. Вот нашли целый плантарь физалиса. А как он прет? Какое действие от него? Не знаю. Вот, говорят, в дорогих кафешках на пироженке ягодка физалис. А вот внутри этой коробочки есть ягоды. Оп. Ну и так вот все-таки Люда меня убедила. Говорит, как ты съел, попробуй физалис. Вот, я смотрю, она несколько ягод съела. Как бы пока ничего, попробуем. Кстати, очень вкусно. Витамин С, кисло-сладкая ягода. Очень вкусно, очень вкусно. Не распробовал. Сейчас еще сорву. Вкусно, очень.